общем, не мудрено, достопримечательностей у нас много. А люди какие? Более 30 жителей региона на этой неделе получили государственные и областные награды. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» Каратаевой Юлии Федоровне, главной медицинской сестре Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области, Государственный Новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер. Звание заслуженных работников здравоохранения, строительства, торговли, искусства, сельского хозяйства на этот раз удостоились 9 человек. Еще 4 наградили за заслуги перед областью. Больше 10 получили высокие правительственные награды и личные благодарности от президента страны. Мы вас еще раз благодарим. Благодарим за вот то состояние вашей души, что вы подарили всем новосибирцам. Ваша награда – это ваша гордость. Гордитесь по-настоящему и наградами области, и наградами правительственными. Но в то же время мы гордимся вами, каждым в отдельности и той плеядой больших награжденных за все эти годы. Так совпало, что накануне наряду с жителями региона высокую награду получила и сама Новосибирская область. Итоги национальной премии «Росинфра-2015» подвели в минувший понедельник в Москве. В итоге наш регион стал победителем в номинации «Региональный ГЧП-прорыв». Аббревиатура эта означает «Государственно-частное партнерство», то есть когда инвестор на каких-либо условиях вкладывает свои деньги в объекты инфраструктуры. Школы, жилье, дороги и так далее. Мы действительно в своей работе считаем, что проекты, связанные с частным партнерством, концессионные соглашения, инвест-проекты, они являются, поверьте, мы так живем этой идеей, что являются прорывом в перспективах развития экономики, прорывом развития инфраструктуры, отраслей и в целом области. Добавлю, что на основе государственно-частного партнерства уже в следующем году правительство региона планирует построить 9 новых поликлиник. Таким образом, медучреждения будут возведены за счет застройщика, а расплатиться за них областной бюджет сможет в последующие 7-8 лет.